Ну, приходит и говорит, а мне дома вот не заметил никто. Ну, так это же хорошо, нет, это плохо. Ну, рассказывайте ваши пожелания. Чтобы мне было 25 лет, длинные волосы, тонкая талия. Это наш пациент. Это наш пациент. Это наш пациент. Три молодых любовника. Да, ну мне достаточно двух. Это как раз наш пациент. Два там третий. Не, ну нельзя же так все секреты рассказывать. Мне, конечно, вот это больше волнует. И это к хирургу. Это мне... Это убирает. Только вот это вот делает бульфара или какой-то. Только блефаропластику. Причем есть уже показания для верхнего, для нижнего века. Есть уже. А одевайтесь, вы же будете колоть. Не, я не буду, я просто чтобы... Ну давайте. Я еще не колола ни разу, я не буду. Давайте. Марина, у меня и запись в 2 часа, я уже должна быть на работе. Да, у вас есть 5 минут, давайте. За 5 минут все успеете сделать. Давайте. Что мне действительно клуб по интересам какой-то ходит, смотрит. Я не хочу, я боюсь такие вещи. Вы врач или как? Когда был первый раз? Не знаю, мне надо смотреть. Сколько раз мне надо смотреть? У меня была одна дама из Липецка. Ее супруг привозил 8 раз. Говорю, что вы ее возите туда-сюда? Вы прекратите ее возить, это тратится. Нерешительная такая. Еще вот эти вот это тоже. Вот эта вот область, да, между прочим, проблемная. И многие боятся ее делать из-за того, что там сосуды стоят. Нет, это тут объем. Тут вопрос объема. Не более половины шприца, если даже очень глубокий, не более половины шприца, чтобы не было как раз вот сдавления сосуда. Еще менее. Да. И складку. Собираем складку. Складку линейную, точно. Сейчас здесь покажу. Так, вот это мне, вот это как раз то, с чего мы начали, да, когда у пациента где-то фиброз, где-то что-то осталось, где-то, видите, какой здесь вот какая-то. Там что-то есть, да? Но выраженный сагутный вот сад, это нет? Вот смотрите, как оценить. Да, вот лампу ставим вот оттуда, чтобы свет падал. Вот. Провал. Вот это что за ерунда? Простите нет, меня за... Вот. Тяж. Тяж. Где карандаш у меня? Что-то нарисовали. Беленький. Мы его сюда уже ставим. Вот это. Вот тут-то все ничего. А вот это что такое? То, что осталось внутренний рубец какой-то. Внутренний рубец от того, что, видимо, не на тот... Вы, простите, мы уже вас детально, вы нас сейчас разберете. Оно здесь тоже. Есть, только более меньше. Только он менее выражен. Вот он. От того, что поверхностно, то есть выбрали препарат для коррекции, но не для того уровня, и ввели поверхностно то, что предназначалось для более глубокого уровня. И вот она ишемия, и вот он... То, ну, это не препарат, нет, это просто вот уже какой-то вот фиброз сформировался. В чем отличие, особенность этих? Просто количество и техника. Вы можете одним работать на вот этих разных уровнях. А тут мы посмотрим сейчас, потому что если любой другой мы сейчас выберем для коррекции, мы глубоко, даже средний уровень введем, и вот это вот поднимем еще больше. Поэтому тут мы сейчас будем думать, посмотреть. Будем... Да. Чем больнее, тем эффективнее. Правильно, Андрей, чем больнее, тем эффективнее. А так это как? Это ни за что. На самом деле, если мы ведем под эту область, то мы приподнимем ее, она станет еще более выраженной. Да. Мы должны ее заполнить. А мы должны ее заполнить. Вот это вот тоже ничего. Вот эти вот. Сейчас мы должны оценить, что мы будем. Вот у меня какое-то, видимо, гравитационное, мне говорила косметолог. Есть такая гравитационный птоз. Есть такая. Она не только у вас, это у каждого после... 30 есть, это точно. Нет, ну тут-то сохранно еще все. Тут сохранно, тут вот здесь немножко, да? Вообще чуть-чуть. Тут совсем вот, да, вот такая вот. Может, скулу? Вот, подождите, да, тут вот надо вот с этой, чтобы вот так, не так это было видно, чуть-чуть поработать. Но я думаю, что все-таки вы дойдете когда-нибудь до хирурга, да? Угу. А это не скулы, а не щечная область? Это вот щеки. По-моему, тоже щеки. Это щеки. Причем тут щеки пошла. Надо, понимаете, как? Вот надо вот, если мы их как-то сейчас и будем, потому что вот прям вот... Провал. Но вот тут вот... И мы таким образом грыжи нижнего века компенсируем. Попробуем сейчас хотя бы дать этой грыже, знаете, какую-то поддержку, да. Чтобы она на чем-то у нас лежала, эта грыжа. Главное, чтобы отечность не вызвать. Препарат не... А лимфодренаж?
но я же не буду вводить вот сюда. И я не собираюсь вводить любимую всеми на сослезную борозду корректировать, которую вот год назад делали все, кому не попадя. Да. Сослезная борозда. Я получили, вот, простите, я на вас покажу, вот таких вот лунтиков совершенно одинаково, когда все заполнено, а орбиты нет. Грыжа, не грыжа. Если грыжа, совсем украла, потому что притягивалась вода в любом случае. Не даже гиалуронки, а просто лимфостаз, застой. И получалась непонятная история. Так, а что же мы тут будем делать? Что же мы тут будем делать? Какой нам препарат? Нет, это мы сами собой так. Это вы на нас так внимания не обращайте. Это мы вот так, вот так. Это мы вот так, вот так. Губы что-то делали, нет? Нет. Нет. Здесь можно, видите, начинается кисет чуть-чуть. Можно немножко контур пройти. Можно немножко контур. Видите, вот это больно жутко. Это жутко больно. Мы будем лежать в обратку. Смотрите, здесь вот у нас, видите, какая история? Здесь вот та, а тут у нас плюс. Мне тоже, я смотрю. А тут плюс, да. А тут хороший плюс у нас. У меня еще, видимо, отечность критические дни должны скоро быть. Ну, совсем больно будет. Идите, заводим. Где мы еще? Сейчас я вам принесу. Скажи, а когда вы обучались? Последний в декабре как-то. А, в декабре, да? Не бойся. Сережка сидела, не пикнула. Потерпеть, да, вот быть красавица. Ну, я тоже так думаю, да. Как ты решится еще вот на эту вот фигню, то это вообще? Решается, решается, обязательно решается. Еще минус 10 лет. А вы делали себя? Да. Страшно. Делали вот в клинике. Это у меня муж военный был, и мы служили в Узбекистане. В Узбекистане, да, мне там было. Ну давно? Ну да, уже 10 лет прошло. И сколько лет вам было, когда вы делали? Тогда мне было 42. А вам сейчас 52? 52. 42 года вы уже сделали. Ну, у меня постоянная отечность. У меня, если вот паспортные дни, пасмурные дни были, тут вообще как Китай город. Утром просыпаюсь, носом не У моего выделяю. Сына та же картина. Дочь ничего, а у сына то же самое. Он говорит, мам, мне тоже надо быть делать. И эту надо, и эту. Часа два, пока это все отойдет. Ну, зато глаза. Есть глаза. Тоже верно. Доступ кислорода, чтобы в обмороке не были ни доктор, ни пациент. Второй нет. Кто? Я? Нет. Я? Нет. Нет, я не в обмороке, она не в обмороке. Пациент у нас все. А пациент сознание потеряет, мы этим воспользуемся, быстро все проколем. Конечно. Вопрос, что лучше? Чтобы ее сравнить, так, взяли шприц. Не-не-не, да хватит. Ручку с губку берем. Берем губку. Что мы делаем? Контур? Контур. Край немножко ротик. Ну какого ужаса? Так, вот. Спокойно. Работайте. Подождите. Захватили. Вот так. Вот так.
спокойно, спокойно. Руки ледяные. Сейчас в обмороке точно будет. Держи, держи. Посмотри, надави на кошелек, посмотри. Сколько он... Вот. Понимаешь, сколько нужно усилий? Еще чуть-чуть. Сколько нужно усилий, чтобы препарат... Вот, вот. Молодец. Захватили губу. Молодец. Вот, отличный захват. Отличный. Молодец. Вот теперь смотри, отмерили. Вот эту капельку убрали сюда. Отмерили. Вот. Чичи, подожди, надави. Вот. А теперь мы вводим. Вдох. Все, молодец. Еще правый. Стоп. Помочка расслабила сама. Вот. Дави на поршень тихонечко. Дави. Не давишь. Дави на поршень. Дави на поршень. Молодец. Выше. Живой пациент, доктор, все. Все живы? Молодец. Так, смотри теперь, локоть не задирай, смотри. Локоть должен быть вот продолжением поршня. Какие еще пожелания будут? У вас целый список. Тонкую талию. Продолжаем, все хорошо. Тонкую талию, большую попу. Вы еще хотите, да? Поехали. Тогда продолжаем. Да, продолжаем. Все, отлично, поехали. Помню, каждый последующий наклюст на предыдущий, да? Вот, давай. Локоть, опусти. Вот так. Все, я только помогу. Молодец. Есть. Ну какая молодец. Ну какую красоту она вам сделала. Давай с той стороны смотрим. Красота неземная. Я же не вижу, что я сделала. Рот на замок. Нет, это своя девушка. Не важно. Не важно. Своя девушка обливается слезами. Где у нас теперь розовые эти плакатели? А вот, вот они. Там. Не обращайте внимания. Я буду на слезы. Слезы радости. Счастье. Поехали.